складная финка для разделки. Очень легкий, очень прочный, с отличным замком. Жень, слушай, давай пользуясь случаем, пока кабанят у нас, нож проверим. Такой же финский, как и складной. Леш, ну он маленький, ну, я говорю, когда нет под рукой другого, вполне, наверное, можно. Да. Ну, собственно говоря, ничего волшебного. Коротковат, конечно, но несколько раз править пришлось. Ну, за неимением разделать можно и кабана. Внутреннее сало. Хотя там все изрублено. Но все. Кишки зарезать точно не режу. Я не режу, если ты заметишь.